ITN Distribution. Milman Productions и Titan Global Entertainment представляют совместно с Salem House Films и Ron Lee Productions. Hazel Street. 25 лет назад. Не двигай ее. Я не двигаю. Это ты двигаешь. Нет. Ну, значит, духи. Прошу, будь серьезнее. Ладно, хорошо. Духи, ответьте. Вы с нами? Ну вот, все. Дальше сама. Лора, ты меня защищаешь. Дьявол не тронет девственницу. Ладно, я в восторге. Это не смешно, Виола. Надо верить, иначе тебе ни с кем не связаться. Спокойно, это игра. Кстати, откуда эта старая доска? Была тут странная лавка. Думаешь, сработает? Да, надеюсь. Вчера ночью вроде бы все получилось. Да ну, серьезно? Да. И кто пришел? Может, я чокнутая? И давно. Это была Мэри Блэквуд. Ведьма Хейзел Стрит? Что ж, ладно. Попробуем вызвать старую клячу. Это плохая идея. Мы хотим поговорить с духом Мэри Блэквуд. Ты здесь? Слышала? А как же? Дома никого? Двери заперты? Кажется. Это Тим. Он собирался зайти, но вряд ли он станет пугать нас. Опять ты путаешься с этим никчемным засранцем. Он твердо обещал не болтать. Ах, обещал. А когда вы с ним познакомились, он всегда говорил тебе только правду. Он тебе не нравится. Детка. Да, конечно, он выглядит как модель из бухты Доусона. Но он просто волосатая живность. Мы его разыграем. А вдруг это не он? Вдруг кто-то другой? И кто? Мэри Блэквуд? Фантазер Тимати. Ты повелась, Ви. Что ты здесь делаешь? Пришел вырвать девушку из твоих когтей. Какую девушку? Ви, стоп! А вы, значит, вызываете духов? Верно. Хочешь с нами или страшно? Давай. Тим, нет, не надо. Брось, это весело. Кого вызовем? Ведьму. Мэри Блэквуд. А, городская легенда. Нет, это правда. Жители города повесили ее на дереве, а потом сожгли ее тело. Ладно. Давай, Мэри Блэквуд. Заканчивай трахаться с сатаной и покажи нам свои мохнатые прелести. Это не я, клянусь. Думаю, предохранитель вылетел. Где у вас щиток? На чердаке. Ну, конечно.
Тим, прошу, не надо! Эй? Кто там? Лора, ты как? Вчера ночью я просто хотела узнать, изменяет мне Тим или нет. Ну и как? Изменяет. Видишь, мертвая ведьма его раскусила. Я взбесилась и сказала ведьме, пусть Тим умрет. Ну и в чем проблема? А потом мне приснилось, что он погиб, убит ведьмой. Это было как наяву. Пустяки. Просто сон. Тим! Лора, он прикалывается. Тим, это вовсе не смешно! Нет! Это она! Это ведьма! Кто ты? Ведьма доски Уиджа. В главных ролях Майли Роуз, Джереми Дин, Чиен Филлипс, Райан Шоу, Леджин Вудс, Шон Майкл Конвой, Ривера Рис, Мэгги Вагнер и Шон Янг. Оператор и монтажер Кори Роуф.
Продюсеры: Кайл Карвин, Алиса Блазетти и Кори Роуф. Автор сценария: Джон Дулан. Режиссер: Роберт Майкл Райан. Наши дни. Доброе утро, Сара. Привет, Виола. О, а мама в наши дни теперь уже не катит? Привет, мама. Лучше? Да. Может, сварить тебе чашечку кофе? Нет, пора на работу. Не нравится мне, что ты так поздно торчишь в баре. Найди другую работу. Ну да, мне тоже не нравится, но хочется купить квартиру. Я знаю, что ты не хотела сюда возвращаться. Дом твоей мачехи намного больше. Да, но кажется, она хочет, чтобы я свалила оттуда. С чего ты взяла? Она велела мне валить поскорее. Вот гниль болотная. Своей падчерице? Все нормально. Ненормально. Я позвоню ей и скажу все, что думаю. Нет, забудь, мама. Просто я напоминаю ей его. Детка, прости. Пора идти. Он говорит: братан, я слышал вопли. И я говорю: это был я. Теперь тебе нужно научить этому младшего братишку. Это будет сегодня. Готов? Готов распрощаться с невинностью? Не знаю. Я все сделаю. Скоро ты увидишь сиськи. Привет. Давно они здесь? Давно. Я рада, что постарела. А мне не повезло. А ты лучше остерегись. Не надо меня опекать. Я твоя подруга. Самая лучшая подруга. И единственная подруга. Привет. Привет, Сара. Привет. Сара, наша пивная ведьма. Смешно, Калеб. Никогда не слышала. Брось, крошка. Не надо напрягаться. Не хватает секса? Эй, Айзек! Эй, я просто предлагаю свои услуги. Лучше в монастырь. Козел. Тебе весело? Ты козел. Слушай, прости его. Он просто пьян. Это его никак не оправдывает. Я этого и не говорю. Это все, Дерек? Слушай, я рад, что ты вернулась. Когда ты уехала в Нью-Йорк, я думал, это навсегда. Не всегда все идет по плану. Знаю, твой отец умер. Он был хорошим. Спасибо. Был. Живешь у мамы?
Да, пока не найду жилье. Как она? Знаешь, говорят, она... Все хорошо. Черт. О, Сара! Эй! Моему младшему брату Эшеру нужна женщина. Можешь найти ему баб? Он шутит. Не нужно. Чепуха. Эй, ты против? Нет, нет, ты прав. Только слушай. Приличных не надо, скучно. Нет, нет. Нам реально надо его завести. Нужна настоящая ведьма. Айзек, стой. Тебя не спрашивают, Дерек. Ну что, Сара, твоя мать общается с Мэри Блэквуд? Давай вытащим старую доску Уиджа и попросим ее вызвать. Айзек, хватит. Ничего, Дерек. Прости, Айзек, но сейчас свободна только моя подруга Лиз. И у нее член много больше твоего. Черт! Больше, чем у вас всех. Черт, правда? Ты проверяла? Калеб, если хочешь проверить, посмотришь потом в глотку Айзека. Черт! Дура! Эй! Прекратите! Валите отсюда, ребята! Но мы еще не допили! Правда? Боже! Вон отсюда! Все вы! Черт! Это не все. Скоро продолжим. Ладно, Лиз. Прости. До встречи. Эй, ты как? Нормально. Иногда просто необходимо быть стервой. А иногда надо визжать, вопить или бить разных придурков по зубам. Обслуживая этих уродов, я чувствую, что моя жизнь не удалась. Детка, семьи этих козлов обеспечили им легкую жизнь. А ты прошла через ад, точно. Это успех, а не провал. А я думаю иначе. И мама смотрит на меня, словно уже поставила на мне крест. Сара, ты сама все решаешь. Но меня выперли в 18. Больше я с предками не общалась. Твоя мать хочет быть с тобой. Чего бояться? Мне как-то неловко. Эй, ты бросила пить. Ты должна гордиться, а не переживать. Мне трудно общаться с людьми. Да, я это прекрасно понимаю. Поверь мне. Но все это копание в себе и эта самоизоляция ни к чему не приведут. Ты, как всегда, права. Да, знаю. Подвести? Нет, я пройдусь. Ладно, беги. Осторожно. Эй, ты что? Это я! Дерек, какого черта? Зачем угрожать мне этой штукой? Зачем подкрадываться к женщине, которая ночью идет домой? Я хотел тебя догнать. И напугал. Я тебе чуть глаза не выцарапала. Мне повезло? Считай, что да. Что тебе?
Ну, я... хотел извиниться за них. Сама знаешь, они уроды. Прекрасная компания. Ладно, заслужил. Зачем они тебе? Ты совсем не такой. Да, верно, но других друзей нет. С Эшером мы играли в детстве. А Айзек присматривал. Ты уже перерос друзей детства. Да, но все не так просто. Отец Айзека дал мне работу в своей компании, так что теперь я не могу порвать с Айзеком. Но если бы я дружил с тобой... Это приглашение? Очень мило. Нет. Эй, стой. Почему? Потому что в 8 классе ты пригласил меня на вечер и бросил ради Джули Хендерсон, когда узнал, что она француженка. Я могу это исправить, если можно. В последнее время у тебя было немного шансов. Нет, но я над этим работаю. Каждый вечер. Шутка про мастурбацию. Мило. Спасибо. Сара, может, прокатимся? Я не люблю пикапы. Слушай, я рад, что ты вернулась. О, какая сцена! Парни, что вам надо? Малыш, мы просто хотим извиниться за недавнее недоразумение, и все. Выдыхай. Сядьте лучше в машину. Эй, не спеши, Ромео. Мы еще не закончили с Сарой. Она смотрит на нас как на дерьмо, верно? Я говорю, что вижу. Не трогай! Ты что творишь? Придурок! Черт! Черт! Но ты тупой урод! Класс. Сейчас твоей лихой подружки здесь нет? Эшер! Давай сюда, братец. Девочку мучит жажда. Да, ей надо выпить. Да, я хочу пить. Сучка драная! Держи ее! Давай, давай! Стой, стой, стой! Сучка. Где она? Сзади! Нет, прошу, нет! Прости, прости! Я не хотел. Я хотел быть с ребятами. Хватит, Айзек! Придержи его! Будешь еще шутить, дрянь? Валим отсюда! Я не закончил. Айзек, прекрати! Пойдем! Ты уже проучил ее, хватит! Она поняла!
Черт! Кажется, нам дали знак сваливать. Он прав, Айзек. Сваливаем. Ладно. Эй! Что с Дереком? Сунь его в машину. Давай. Вставай. Шевелись, Дерек. Добрый вечер. Чем вам помочь? Боже, у тебя кровь идет. Что случилось? На меня напала группа парней. А когда я очнулась, их уже не было. Этих гадов надо наказать. Как думаешь, что с ними надо сделать? Не знаю, надо вызвать полицию. Можно. Но потом они нападут и на другую девушку. Вряд ли их посадят в тюрьму. Они снова выйдут на улицу. Я об этом не подумала. Тебе могут не поверить. У них есть деньги, есть связи, так что их просто отмажут, и они будут мстить. А ты? У тебя есть приводы. Все записано. Но можно остановить их другим способом. Проучить и заставить молчать навсегда. Только в лучшем мире. Это лучший мир. Мир, в котором любой человек должен получить по заслугам. И как это сделать? Отдохни. Ты раньше пользовалась доской Уиджа?
Порой спиритические сеансы просто поражают воображение. Это просто игра, да? Уверяю тебя, это не игра. Скажи, тебе приходилось расставаться с человеком, с которым хотелось еще немного поговорить в последний раз? С членом семьи, например? У всех есть тот, с кем хочется еще поговорить. Есть доски Уиджа, которые дают нам путь к спасению, отвращают дурное. Карма существует, и месть существует. Так, спасибо, что помогли мне, но уже поздно, и я хочу домой. Да ради бога. Искренне надеюсь, что ничего не случится. Что надо делать? Эта доска принадлежала очень сильной ведьме, которую казнили просто по нелепой ошибке. Она скорбит и страдает, ей очень тяжело. И ей нужно принести жертву. Какую жертву? Твою кровь. Какого черта? Сядь! Сара, я сказала, сядь. Ты должна повторять за мной, понимаешь? Да. Я вызываю духа посредством этой доски. Вызываю духа посредством этой доски. Обиженную и преданную женщину, которая страстно жаждет мести. Обиженную и преданную женщину, которая страстно жаждет мести. Говори с ней, Сара. Спроси, где она. Скажи, она ждет. Привет, дух. Скажи, ты сейчас с нами? Как тебя зовут? М. Э. Р. И. Это Мэри Блэквуд? Продолжай, Сара, назад пути нет. Я хочу, чтобы напавшие на меня узнали такую же боль, узнали страх, бессилие, уязвимость. Ты поможешь? Хорошо, Сара. Не бойся, дверь уже открыта.
Эй, красотка, тебе помочь? Да. Мне нужна помощь. Как тебя понять? Ты его убил. Что? И сразу уехал. Нет, ничего не было. Ты оставил его умирать. Нет. Нет, прошу. Теперь тебя ждет покой. Вижу, мух не ловишь. Прости, плохо спала сегодня. Уже легче? Да. Дома приняла ванну. Лиз, ты знаешь мою маму? Да. С детства она меня нянчила. Знаешь, что с ней случилось? Знаю, что о ней говорили. Она говорила тебе о ночи с Лорой? Нет, милая, она об этом ни с кем не говорила. Знаешь что-нибудь о Мэри Блэквуд? Да. Да, ходили всякие слухи. Муж изменял ей, а когда она узнала, обвинил ее в колдовстве. Ее повесили на дереве на улице, затем сожгли. А муж через месяц снова женился. Знаешь, самое ужасное, что у нее было 3 дочери. Они росли без матери. Ты веришь в эти сказки? Ну, это зависит от того, о чем говорить. Она занималась колдовством? Может быть. У нее была эта доска, якобы для связи с энергией Земли.
Но вряд ли она приходит каждые пару лет, чтобы мстить городу. Не знаю. Слушай, я видела ее перед той ночью. И после той ночи я стала другим человеком. Она показала мне новый мир. Психотерапевт считает, что она спятила. Тим и Лора покончили с собой из-за постоянных измен. Мать этого не перенесла. Что ж, это самое простое объяснение. Конечно. Но жители этого города скажут, что Мэри Блэквуд — это поистине культовая фигура настоящей ведьмы, которой поклоняются и истово чтут в городе долгие годы. Бу! Ну и рожа. Пойду проверю. Ладно. Сара? Эй! Сара! Мэри Блэквуд. Жена и мать. Дерек. О, боже. Извини. Ты следил за мной? Ты не отвечал на звонки? И не отвечу. Пока, Эшер. Ладно, тогда увидимся вечером. Я не приду. Я нашел себе место на некоторое время. Стой! Давай поговорим, Дерек! Мы друзья! Мы не друзья, Эшер! И уже давно. Мы просто росли вместе. Слушай, я этого не хотел, просил прекратить. Ее могли убить. Но не убили! Все хорошо! Откуда знаешь? Я пришел к бару, посмотрел в окно. Все хорошо, она не пострадала. Можешь спать спокойно. Они могут принять меня как одного из своих. Зачем, Эшер? Зачем тебе это? Будь собой. Мне не нравится, когда прикидываются. Я был твоим другом. Ты знаешь. Прошу, Дерек. Эй, прости. Прости, прошу. Бог тебя простит. Я пошел. Эй! Дерек! Скажи, это кольцо уже приросло навеки, или его можно снять в особых случаях? Зависит от того, кто спрашивает. Дерек! Привет! Ну, как твои дела, красавчик? Привет, Луис, спасибо. Господи, какой запах. Ты носишь Прада? Нет, не ношу. Значит, это природный запах. Вкусно. Эй, может, купишь мне выпить? Чуть позже, Луис. Слушай, поговорим о вчерашнем. Я на работе. Я подожду. Как хочешь. Привет. Еще?
Давай лучше двойной. Бог тебе, судья. Эй! Боже! Не совсем. Да, выпивка ей поможет. Тупая сука. Черт! Кто-нибудь, помогите! Ты испугался? Прости! Прошу! Прости меня! Бог есть любовь. Выход. Эй, ты как? Садись. Прошу, Боже, не хочу умирать. Боже? Нет. Бога нет. И рая нет. Есть только гнев. Сара? Все хорошо? Просто голова кружится. Тебе надо лежать. Порядок. Сара, ночь длинная. Я могу тебя отпустить. Уверена? Конечно. Иди отдохни. Ты права. Давай, я провожу. Слушай, может, все-таки вызвать врача? Зачем мне врач, Дерек? Сара, ты была права. Не нужны они мне. Никто.
Я сделаю все, что нужно. Сообщи копам, я свидетель. Нет, не надо, не хочу никого впутывать. Что мне делать? Не лезь в это. Целее будешь. А ты? Я сама разберусь. Что ж, понимаю. Ты о себе позаботишься. А для тебя есть отличный вариант. Да? Какой? Зачем мне это? Она прикинется француженкой. Не можешь забыть, да? Не могу. Нормальный вид. Вчера я думал... Да, знаю, Калиб. Сунется к копам. Не знаю. Хотя она давно могла заявить. Но все же стоит проверить. Как проверить? Пойду к ней. И припугну. Понял? Нет, старик, к черту. Нет, я пас. Прости? Нет, Айзек, серьезно. Слушай, мне это надоело. Я начинаю новую жизнь, так что мне с тобой не по пути. Эй, она нас унизила. Да, но мы это заслужили. Что ты хочешь доказать? А? Мы уже не в школе. Новая жизнь, новые приоритеты. Черт. Нет, ты прав. Конечно. Давай затихаримся. Пойдем домой. Немного подождем. Что она сделает? Как думаешь? Помнишь, как твой отец каждый вечер тебя гнобил? А я взял тебя к себе, пустил в свой дом, чтобы защитить. Да, так и было. Ты был рядом. Защищал меня, да. Было. Кто защитит, если я сяду? Слушай. Да, оставь ты ее в покое. Завязывай, а? Не надо с ней связываться. Шутишь? Думаешь, свалить? Да? Нет, нет. Так не выйдет. Слушай, если меня обвинят, и не дай бог потом посадят, то и тебе будет хреново. К черту! Смотри на меня. Эта сучка ни за что не испортит нам жизнь. Ясно? Поиграем. Кто вы?
Женщину обидели. Предали. Теперь она будет мстить всем сердцем. Всем сердцем. Дурной сон? Мама? Сара, когда ты вернулась, я считала, что мы договорились во всем быть откровенными друг с другом. О чем это ты? Вчера я поговорила с твоей мачехой. Зачем ты позвонила? Не я. Звонила она. Она получила письмо о дате слушания в суде. Это вообще не ее дело. Это мое дело. Взлом квартиры. Ущерб частной собственности. Сара, ты под кайфом? Боже, мама, нет! И не надо драм! Папа ругался с Лидией, а я не хотела слушать. Думала, они разойдутся. Но ошиблась. Почему не сказала мне? Думала, я не узнаю? Ну, вроде того. Я не хотела, чтобы ты волновалась. Она сказала, что ты ее обкрадываешь. Чепуха! Она годами тянула деньги у отца. Я взяла пару баксов на метро. Боже, Сара, что с тобой? Ты моя девочка. Хватит, мама. Ты не думала о родительских обязанностях. Ты была одержима и не замечала меня. Кем? Мэри Блэквуд. Стой. Нет. Что? Почему ты так боялась, что она вернется? Ты знаешь, как ее остановить? Есть способ. Мэри Блэквуд мертва. Мертва много лет. В реальности ее нет. Тим и Лора убили себя. Знаю, мне надо было пройти курс терапии. Жаль, что тебе пришлось все это пережить, но теперь все кончено. Она не вернется. А вдруг она здесь? Вдруг она уже вернулась, но не к тебе. Что ты имеешь в виду? Мне пора. Сара, стой! Сара! Прошу, скажи! Ты ведь так не думаешь. Прости, что не верила тебе. Но теперь не хочу тебя впутывать. Дерек? Какого черта? В чем дело? Не знаю, куда идти. Что случилось? Эшер... Он мертв. Что? Прости, я зря сюда пришел. Нет, Дерек, что случилось? Кажется, самоубийство. Я видела Эшера. Видела во сне. О чем это ты? Дерек, это не самоубийство. Еще. Думаешь, это хорошая мысль? Мой брат мертв. И что, по-твоему, я сейчас должен делать? Эй, уймись. Я думала, что это был кошмар. Все очень реально, но не может быть. Получается, ты вызвала дух Мэри Блэквуд, и теперь она убивает тех, кто на тебя напал? Слушай, это все дичь.
бредни моей матери. Нет. Но мой ночной сон был очень ярким. Если я права, ты в опасности. Что ты говоришь? Я видела тебя во сне. Мертвым. Ты висел в петле. Не верится, да? Нет, нет. Я верю. Правда? Да. Мне снилось, что меня повесили. Это было очень ярко. Я проснулся, посмотрел в зеркало и увидел вот это. О, боже. Еще жжет. Надо ее остановить. Она будет убивать. Как это сделать? Я снова пойду в ту лавку, к той женщине. Она сказала, что дверь открыта. Надо закрыть. Ладно. Давай! Чёрт! А это точно та лавка? Ведь таких заведений в городе полным-полно. Я была здесь. Она отвела меня в комнату и сунула доску. Если доски нет, надо придумать другой план. Скажи Айзеку и Калебу. Она убьет их, как убила Эшера. Ты мне всегда нравился. Я любила смотреть, как ты по пятницам играешь в футбол и часто отбиваешь удары. Вот как, правда? Правда. Привет, Калеб. Калеб, я ставлю тебе выпить. Нет, старик, я отвезу тебя домой. Ты пьян. Пошел ты. Мы с Луис уже договорились. Да, прости с ней. Вызову такси. Ты вонючий урод. Это она попросила? Идем, Айзек. Нет, пошел ты! Эй! Айзек, тише! Слушай, Эшер был хорошим парнем, мы это знали. Но кто знал, что он так изменится, верно? Ты веришь в эту чушь о самоубийстве? Как же? Брось. А что же еще? Я тебе скажу, что... Это сучка Сара. Психопатка, как ее дура мать. Точно. Она нас спасет. О, черт. Что ты несешь? Ты себя слышишь? Знаешь, пошел ты. Хватит с меня. Надоел ты мне. Что ж... Пожалуй, ты прав. Я найду Сару. И все. Эй, Айзек! Эй! Стой, друг! Мы скоро встретимся. Отвали. Рада тебя видеть. Калеб. Мы знакомы? Возможно. Хрен с тобой.
Замочи эту сучку. Ага, не парься с ней. Давай, убей ее. Какого черта? Надежды больше нет. Стой на месте, сучка драная! Не смей убивать моих клиентов! Почему? Они бы ради тебя пальцем не пошевелили. Какого черта? Встань. Мужчины обижали и мучили тебя всю твою жизнь. Не надо больше это терпеть. Распоряжайся собой. Опоздали. Лиз! Сара. Привет. Не двигайся. В чем дело? Все слухи стали правдой. Виола права. Мэри Блэквуд реально. И она крутая ведьма. Вызови скорую. Что делать с ведьмой? Надо найти доску и отправить эту сучку в ад, откуда она пришла. Как это сделать? Есть одна идея. Что за черт? Эй, это ты? Заблудилась. Тебя проводить домой? Я дома. Ты живешь здесь? Идем. Иди за мной. Не трудись повторять. А где отопление? Это не твой дом, верно? Это будет наш дом. Общий. Тебе! Это нравится, сучка!
Куда ты делась? Ты великолепна. Разденься. Да, мэм. Ладно, я повинуюсь. Господи, Лиз! Боже мой! Боже, она была здесь! Была верна, Мэри Блэквуд! А где Сара? Пошла за доской Уиджа. Хочет остановить Мэри. Беззащитен. Что? Нет! 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 Не размекай, малыш. Откуда здесь Айзек? Похоже, мы опоздали. Сара, стой! Айзек! Ты О, Боже! Айзек! Дерек. Надо найти доску. Она на чердаке.
В чем дело? Все хорошо. Нет, не все. Ведьма в комнате. Здесь. Она близко. Пора. Готов? Не совсем. Давай. Мама? Что ты делаешь, Сара? Надо ее остановить! Нам нельзя сюда, детка. Мне сюда нельзя. Надо достать ее, иначе она придет за Дереком. Что значит достать? Что ты сделала, Сара? Я вернула Мэри Блэквуд. Ты была права. Зря мы тебе не верили. Ну что ж, я не позволю ей повелевать мной, как было раньше. Помоги мне. Я не знаю, как. Я открыла дверь. Помоги ее закрыть. Так не получится. На Дереке она не остановится. Она не тронет его, но придет за тобой. Дверь закроется после твоей смерти. Что? Да. Так было с Лорой. Но мы можем договориться с ней. Мне нужна помощь. Нельзя договориться с Мэри Блэквуд. Она сущее зло. Мама, прошу, надо попробовать. Ты права. Надо это закончить. Я вызываю духа посредством этой доски. Женщину обиженную, женщину преданную, которая страстно жаждет мести. Мэри Блэквуд, моя дочь вернула тебя в этот мир, но не закрыла дверь. Повелеваю тебе... уйти и закрыть эту дверь. Что тебе нужно? Ее кровь. Остановись. Нет, надо продолжать. Мэри Блэквуд, возьми кровь другого. Мама, что ты делаешь? Ничего, детка, все будет хорошо. Не бойся. Возьмешь мою кровь? Мама, нет. Мэри Блэквуд, я знаю, ты невиновна. И ты злишься. Я хочу освободить тебя. Оставь гнев, Мэри. Иди в свой мир. Дерек. Не надо больше мучить и убивать. Не трогай мою мать. У нее ведь тоже отняли ребенка, как у тебя. Закрой дверь! Ну что, она ушла? Ушла. Ты закрыла дверь. Молодец. Ты справилась. Твоя кровь не нужна. Я отомстила за тебя. Будь со мной. Во веки веков. Мэри! Убери руки от моей дочери!
Слишком поздно. Игры кончились. Гори в аду, ведьма! Дерек! Детка, не смотри. Просто прими это, ладно? Ты хотела принести себя в жертву? Конечно. Я твоя мать. Я все сделаю. Доска Уиджа исчезла? Да, исчезла. Навеки. Ты уверена? Мама? Да. Уверена. Добрый вечер. Чем вам помочь? Ведьма доски Уиджа.